ней один кругом лес. Лес, лес. И изредка какие-то полянки, делянки вырубленные есть. А так все лес. Все тайга. Первый раз я на этой реке, на зимней переправе, в сторону Мухтыла. Так, у нас приоритет. Оп. Раз, мы на землю посвали. Вот он, малыш. А как клевал. Царь рыбу поймал. Чуть-чуть поклевало. И вот сейчас пару поклевок я увидел. Сработал вертолет. На Печоре вертолет все-таки работает. Доночки молчат. Вот мне дали две удочки печорские. Вот. Они молчат. Ну как молчат? Первую рыбу-то я все-таки на печорскую удочку поймал. Королевскую рыбу. А сейчас я поймал вот этого красавца. Вот этого красавца я поймал. Ну, вот, все-таки печорского сига я все-таки выловил. Вот. Жирненький, хорошенький сижок. Клюнул, как всегда, по классике на первую мормышку. Вот, поклевка, я не скажу, что прям такая. Сыктывкарский елец клюет, блин, намного сильнее. Потюкало, подсек, как бы все и зацепило. Посмотрим, посидим еще. Время есть у меня. Единственный целый день. Получилось так, что я приехал по работе. Вот. Посидим, порыбачим, посмотрим. Смысла нет поклевки снимать. Они настолько редкие, как бы. Вот еще один вертолет.
колесики. Да. Конечный крючочек сел. Заглотил, конечно, глубоко. Снегирь, по-моему, выпускает. Вот мне подарили на мой день варенья. Спасибо маме, жене, родственникам. Такая раскладушка. Ну, стульчик с приставкой. Вот. Полноценная раскладушка, она раскладывается. Вот, спасибо другу Игорю. Вот они подсуетились, подарили мне в палатку аксессуар. Вот такой. Летом я его буду использовать как фидерный стул. Ножки у него все хорошо. Сейчас вот приставочку я как столик небольшой использую. Вот теплообменничек, газ, все как полагается. Тепло, хорошо. Ну, комфортно рыбачить. Комфортно, комфортно. Сижу один вообще. Здесь вот напарник сидел с Уктыла. Вот себе меточку оставил. Завтра, наверное, тоже выйдет на рыбалку. Меточки присыпал свои. Такой, такая вот тайга здесь. Закат уже. Сейчас уже скоро темнеет. Как стемнеет, я еще часик посижу, посмотрю. Вон машина стоит. Вот такая здесь переправа. Зимник. До города Печора, я так понял. Как мне объяснили. Ветер, конечно, такой прохладненький. В палатке-то хорошо, тепло, с теплообменничком, с газом. Еще раз приветствую. Досидел я уже. Приехал я где-то в районе 8, сел, прикормился, было с утра поклевка. Конечно, пораньше бы приехал, если бы я место знал, но место я не знаю, река для меня новая. Цель была поймать хотя бы одного сига, вот, и попробовать снасть вертолет на Печоре. Цель моя достигнута. Плюс перевыполнено получается. Два сижка я все-таки поймал. Именно сработала снасть вертолет. И по классике, как всегда, на первые. Ну там мормышки у меня стояли, не крючки. Получается. На первый поводок, как всегда, сработало. Вот. Прекрасно провел время. Так получилось, что по работе я сюда заглянул. Не знаю, когда-нибудь я сюда еще попаду. Нет, именно в Уктыл. И на Уктыльскую Печору. Вот. Так уж хотелось мне вот сижка поймать. Я его поймал. Проверил снасть. Снасть здесь тоже работает. Она имеет место быть. Так что, кто будет... Ну и Печор, в Уктыльске я имею в виду, проверяйте эту снасть, она рабочая. Вот, всем пока, увидимся на канале. Скоро я приеду, получается. Возобновим стримы по русской рыбалке.